Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Stray, игра про кота. Сегодня мы проходим с дочерью. Угу. Так что... Вот и угу. Вот тебе и угу. Так, давайте дадим ему. У нас две мелодии оставалось. А, нету. А, все. Все сыграл. Ну, все, что нашли, все тебе отдали. Уж извини. Так, здесь мы ничего не можем с них поиметь? Нет, ничего не можем. Познакомиться. Так, Мима тебя ждет на своей лодке, ты можешь отправиться к нему, но сделаешь ли ты здесь все, что хотел? Потому что я закрою с тобой дверь, не хочу, чтобы зурки проникли внутрь. Да, конечно, я все сделал, что мне тут надо-то? Зурки прямо здесь, наверное. Они прямо рядом, наверное. Так, ну... Пока они... Нет, он дверь закрыл. Подожди. Видишь, дверь за нами закрылась. Как я понял, мы назад уже попасть не можем. Да. А, вот он. На лодке. Здрасте. Это не лодка, это вообще-то плот. О, я думал, что он на лодке там катает. Подожди, тут может что-то быть. Может быть молоты. Почему тут... Может, где-то воспоминания есть? Папа, кстати, я с тобой уже давно не записывала. Да. Мой таинственный поддерживатель меня. Так, не могу поверить, док. Ты его нашел и заполучил дефлюксор. С Балтазар. Теперь мы сможем отыскать и его. Вперед. Ну все, и поехали, давай. У него такой классный звук. Да. Успокаивающий, да? Да. Это чтобы котенка не пугать. Да. Вот сейчас мы пока поедем по этой канализации, поплывем. Угу. Вот. А где канализация? Вот написано. Канализация. Вот она. Видишь? И уже там будут сточные, сточные воды. Там зурки будут. Да, подожди. Они еще не пришли. Пока на нас еще никто не напал. Роботы рисунки. А почему-то робот это, у него уже это экран стал радужным. Так он и был такой. А, у этого робота он такой и был. Понятно. Поэтому. Я даже не знаю, он может какой-нибудь хиппи. Давай. Едь, котенок, едь. Котенка зовут Симба, но в простонародье его зовут Муму. Канализация выглядит как пещера какая-то. Ну да, большая. Большая канализация. Даже больше робота. Какое жуткое место. Кто бы сомневался. Так, дальше ты не проплывешь, дальше мне надо пешком надо будет. Да. Дальше надо пешком. Я вижу даже покуда надо будет, он справа. Ага. Выступ. Ва-ва-ва-ва-ва, я без тебя все понимаю. Ла-ла-ла. Опа. Ну подожди ты, вот сюда. Теперь сюда. Вот чувствую, сейчас эти зурки где-то здесь должны быть. То, я чувствую тоже. У меня аж живот заболел. Так. Идем сюда. Раз у меня есть оружие, значит должны быть... И те, кого убивают их. Ага. Вот они спрятались. Подожди, ждем. Ждем. А еще издалека можно вот так вот. Он ломается. Ну, он починится сейчас. Кто быстро починился? Ну уж как починился. Сюда. Так, сейчас. Подожди, еще яйцо. Ну, вот, думаю, это яйцо-то я. Вот так вот. Зурки себе убил? Ну, да. Ого. Ни одного яйца. Теперь яйца. Правильно говорить, яйца. Нет, яйца для молодца. Ага. Давай, вот, на рычаг прыгаем.
Хопа! Супер кот! Появился. Подожди, он сейчас проплывет. О, как он открылся? Это я открыл. Он на рычаг прыгнул. Опа. Самое что, на чем мы плывем, то ли на дереве, то ли на трубах каких-то пластиковых. Непонятно. Мусор, мусор, компьютеры валяются. Почему когда звуки нас видят, они прыгают и сразу же бежат? Да потому что они хотят нас сожрать, они жрут все. Что ты? Что он говорит? Не вижу. Но я фонарик включил, но все равно ничего не видно. Я думал, может хоть что-то увидел. Ничего. Вон они наверху, видишь? О, сразу же такие побежали. Прыгают, прыгают они. Сломался. Ничего. Сейчас мы все сделаем. Видишь, починился уже. Ага. Только куда вот, налево или направо? Я даже не... Сейчас посмотрим, подожди. Может, мультик покажет. Наверх. Вот они, звуки. Но я тебе показывал на них. Они выглядят как паучки, но мне показывают, что они как голова Сквидвардса. Сквидварда? Да. Кто проживает на дне канализации? Ой-ой-ой. Ой. Ну и все, да, гладко пошло? Ну все, сломались. Подожди, сейчас расскажут нам. Ну, вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Ну ты козлина-то. Сломалась? Что у нас здесь имеется? Ну давай посмотрим. Может, какая-нибудь батарея тут, не знаю, есть. Может быть. Ой, ой. Ничего себе, он сильный. Такой же робот. Так, а я должен туда идти, да? Может быть, это зараженный человек? Ну, он, видишь, для меня открыл. Так, я не могу пройти с тобой, но, ох, я не перестану искать выход. Так, с Балтазара и Клементина. Когда найдешь их, расскажи им, каким храбрым я был. Что, серьезно? Сейчас он закроет нам дверь. Так, а сейчас нам надо будет, походу, делать бежать. Наверное, тут, потому что будет летающий, наверное, зурги. А он не бежит здесь, представляешь? Почему летающие зурги? Ну, я так думаю. Вон там можно вперед, может, пройти туда, что-то взять. Может быть, там ноты. Это самолет? Это какая-то банка. Банк. Вот отвертку можно взять, нет? Можно? Не, нельзя. Блин. Может, в дверь постучаться? А мне уже напоминает, что это 3D. Или это и есть 3D? Ну, так-то вроде и есть. Трехмерная графика. Они такие милые. Да тихо ты. Уходите, уходите. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Я, может, что-то упустил? Ну-ка ты обратно запрыгнешь. О, опа. Не. А нет, может. Просто я мог что-то упустить. Яйца. Может быть, там вообще... Подожди, вот сюда. Посмотри-ка, я вроде куда-то правильно попал. Ну, я так думаю, по крайней мере. Странно, ну-ка, а в других что? Вот а видишь, случайно так, опа. Да, говори. Так, это... Вот этот кот сильно похож на нашего, немного. Да, его тут... также зовут Сильвер. Только наш длиннющий, как удав. Да, длиннющий. Так. Дальше у нас тоже ничего нету, да?
Ну хотя вон куда-то можно спуститься, я даже не знаю, давайте посмотрим. Ага, туда-туда. Потом дальше. Даже не знаю, это, наверное, два пути. И надо оба исследовать. Что ты мне подскажешь? Если мы хотим добраться до этих роботов, придется войти через канализацию в такие моменты. Я рад, что не чувствую запахов. Ох ты, падла, я думал, ты мне подскажешь. Я тоже думала, что ты мне подскажешь. Так, у нас еще вот здесь яйца есть. Это не робот? Это уже не робот, а маленькая автокрыса. Автокрыса. Ну, нельзя так, он же хорошенький. Крысы его обзывать. Так потому что он не помогает мне даже. Кого не помогает? Смотри, какой он хорошенький. Он сам по себе просто хорошенький, поэтому он не может быть плохим. Так. Вот. Память. Что, на этот раз вспомнил. Канализационная система. Да, теперь я вспомнил. Чистой воды было мало. Снабжение города осуществлялось с помощью огромных машин, копавших глубоко в землю. Как и все остальное, ее берегли, чтобы помочь людям во время засухи. Ученый показал мне схему резервуаров для воды. Они огромны, могут вместить в себя целое здание. Ну вот, какое-то воспоминание еще взяли. Даже не минуты. Подожди, что здесь? Вы что, сюда за воспоминания в одни пришли, что ли? Блин, он туда вниз можно пойти как-нибудь. Но почему-то тут есть невидимая стена, которую вообще не возможно. Нет, это пройти. Специально, чтобы он не падал. Как? Не знаю, подожди. Как? Значит, нам не сюда. Вообще можно. Ладно. Воспоминания взяли, я так думаю, это поди за только воспоминания здесь можно было брать. Так. А сейчас идем по дальше по основной ветке. Яйца. Это не яйца, это какие-то фонарики. Яйца, вот они. Я блин, видела. Напугал меня этот робот. Вот они, яйца. Вот они. Это яйца. А. И пусть пока я их не трону, пусть они лучше так и будут. А что эти, которые это? Мы только что впереди видели. Не знаю, подожди. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Котя. Рыжок. Это мы его назвали. Как? Мы его назвали это кожиком или компотом или же батей. Батя. А что, его так батя и зовут, что ли? Не, ну это просто в три кота это. Ну так, вот мы его папа зовут. Это... Папа. Ой. Да беги. Давай, беги. Тебя, наверное, это как не работает у тебя залога? Подожди. Вот они там ходят, пытаются нас найти. Опа, и сразу. Он упал? Может. А, нет, он остался. Это моя голова. А. Свою голову убиваешь. Опа. Брысь. Подожди. Еще? Конечно, но смотри, сколько там. А зачем убивать эти яйца? Потому что если я пойду, они вылупятся, я так думаю. Ничего не будет. Они там будут стоять. Ага. Угу. Они не будут стоять. В смысле? Прямо. Подожди. Блин. Куда вообще идем? Мы проходим? Яйца! 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 Оба, хорошо оба, приготовляются. Оба. Так. Кстати, нормально. Как я вам забыла сказать, как мое имя? Имя? Ну представься. У меня имя Ксюша, фамилия Титова. Молодец. Ты вот так. Только не забывайте, вспомните.
школе бы так еще. Ага. Так. Подожди. Ну. Раскудахтались. Так, я никуда не могу здесь запрыгнуть. Нет, не можешь. Плохо. Яички. Яички. Ля-л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 я
Фух. Котя, ты меня напугал. Да. Кто тут еще остался? Ага, вот еще один. Маленький. Вроде когда одни были, вы разбегались. Почему же сейчас вы нападаете? Так, даже когда одни. Ой-ой-ой. Стену уперся, да? Это не есть хорошо. Минутку. Фух, чуть не перегрелся, ладно. А у них это тело, это, когда они съело, съели рыбу каплю. Рыбу каплю, ну да, похоже. Да. Давай, 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 давай. Котя, я в тебя верю. Осталось-то всего лишь. Вот так вот. Все яйца были уничтожены. Хопа. Ой. Я был еще одни. Еще. Все. Итак, открылось. Два туннеля? А, один. Просто он такой. А там ничего не открылось? Нет. Вот сбоку вот здесь вот. Блин, этот туман из Андромеды меня бесит. Так. Ну, вот сюда я даже ступать не хочу. В эту гадость. Ну, все равно похоже на сырое мясо. Фу, ты даже не сырое мясо. Ну... Меня сейчас стошнит, не надо такое. Ага. Так это не сырое мясо, так это гадость. Я не знаю, это слизи какая-то от азурков и... Или может быть даже какой-то как-то огромный сыр, который испорченный. Ой-ой-ой. И вот он. Блин. О, пока! Подожди. До свидания. Опа. О, похож, да? Похож цвет? Это что-то такое. Похож цвет, да? На что? Вот это. От зурков. Ну похоже. Не похож? Похоже, но это не тот. Не тот. Да. Они растягиваются как сыр. Так, куда нам здесь? Сюда, сюда. Ой, 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 ой. Это глаза что ли? Да. Ни хрена себе. Ты как думал? Ты думал, что это попок? Я аж испугался от них. Блин, не страшно на них смотреть. Не страшно на них смотреть. Не страшно на них смотреть. А может свет не надо им включать? Нет, все равно. Идите, идите. Подождите, не спешите. Не спешите, не спешите. Хоп. Блин, они так страшно не смотрят на нас. Яйца. Пока. Да. Так. Давай. Нет. Я не дам ему погибнуть. Так. Они уже, они успокоили, глаза успокоились. Они уже это, они смотрят. Сейчас, минутку, подожди. Как тихо, тихо.
починился. Да, наконец-то. Не, ну похоже. Не, похоже. Еще немножко осталось. Я просто не хочу, чтобы они сзади потом выпрыгнули, и мы были зажаты. Пук. Все. Тихо. Ой, они бегут. Сколько их много. Здороваются. Не здороваются. А затупили они. Подожди. Еще немножко осталось. Спокойно. Нормально. Подожди немножечко. На это не действует на них. Не действует. Ну и тут взять нечего они... даже. Ой, какой звук. Ты еще. Блин, вон опять они. Звуки. Сейчас опять такие звуки. Еще они звуки. Яйца опять. Зачем? Подожди немножечко. Давайте всех вас вместе соберем. Ой. Заряд побольше, чтоб на дольше хватало. Ой. Что там, последние они два яйца. Смотрят, а на кого им что-то смотреть? Все, яйца все убили. Мы все убили яйца? Все. Смотри, вот и сюда можно, нет? Нет, нельзя. Нельзя. Вот сюда. Тоже, сюда точно. Тоже нельзя. Итак, мы вот докуда-то добрались. Это какая-то лаборатория? Наверное, не знаю, подожди. Нет, это не лаборатория. Пока не знаю, подожди. А когда все роботы придут? Они уже не придут, наверное. Нет. Так, это они мы... не вернутся, наверное, никогда. Это мы куда-то идем. Ага. Нам нужно это... Господи, вот что это, за глаза-то вот, меня не так... Блин, они страшные. Давай, быть, на... запоминай. А что будет, если на них прыгнуть? Не хочу даже пробовать это. Эта субстанция растет везде, где есть зурки. Из чего она сделана? Она пульсирует, как живая. Думаешь, мы внутри гигантского организма? У меня мурашки по корпусу. Но у меня тоже. Что теперь? Дай-ка я тебя попробую. Не надо меня трогать. Не, у тебя нет мурашка. Вот, я читал. Читал. Подожди. Так ты же робот, ты же не человек. Так, я что, туда вниз могу прыгнуть, нет? Не, не можешь, наверное. А он туда и не прыгает. Не действует. Не действует. Что, значит мне куда-то не сюда? Может быть. Надо сюда. Подожди. Может, что-то мы упускаем? Папа. Да. Смотри. Вот он здесь не перепрыгивает, не прыгает. Как-то это, надо пройти. Может... Как-то надо забраться наверх. Да, наверх, там вон глаза стоят. Может, мы не в ту сторону пошли. Может быть. Прыгаем вот так.
Ну-ка, давай. Понял, как надо. Блин, такой пушистый. Ну да, хороший. У него также мурашки почему-то. Ну-ка. Так прыгай ты уже, а. Ну подожди, так, это мы обратно приходим. А, да. А, нет, подожди, здесь мы не были. Нет, я здесь не... Тут яйца! Подожди, так, мы можем спастись? Нет. Ну, уже. Можем, почему туда побежим потом, если чего. Зорки! Ходить, ходить, пока, пока. Так. О, видишь, кровь похожа, похожа. Ой, свалился. Ничего, пусть там и обитает. В океане, как скрипт. В луже. Они это, как-то яйца дергались. Да, я говорю, мимо, рядышком, когда проходишь, он, наверное, это... Если оживать вы, будут. Если вы купите арбуз, который это, у него это потолще там немножко, тогда там может быть даже сырое мясо вместо арбуза. Нет, такого не бывает. Такого не бывает. Сырого мяса вместо арбуза. И знаешь что, есть тараканы вместо тараканов. Тараканы вместо тараканов. Конечно. Как это прикол. Блин, они нападают как сумасшедшие. Все, все. А, угу. А нам вот на болото нельзя прыгнуть? Нет. А что будет? Ну утонем так же, как и они. А, лучше бы этого не было. Лучше бы этого мостика не было. Пока, пока, пока. Так, здесь поди собрать так. Что-нибудь надо, нет? Зарядился. Пока еще не вижу, что можно собрать здесь. Нет. Ну то точно нет. Да нет, нот уже, наверное, не будет, потому что музыкант был только там. Потому что мы это, вот одно видео случайно другое было в другом месте, и меня было не слышно. И мы уже отдали ему нот. Еще, еще, еще. Да, папа? Да, ноты мы уже отдали все. Все, уже нет никаких нот. Спасибо. Ну, наверное, мы уже долго никогда не увидим. Так. Он достался, ему не пройти было там. Может быть, потом когда-нибудь кто-нибудь его притащит. Так. Давай. Открывай нам двери. Мне мурашки поешь. Мне мурашки, как у ежика. Опять глаза. Что вы смотрите? Берись отсюда. Что-то я не понял, а что? Ничего не произошло. А, надо еще вон туда, да? Да. А ты как думал? Блин. Блин. Нельзя прыгнуть. Вон потуда надо. Блин, зурки. Подожди. Берите сюда. Утоните, утоните. Понятно. Значит, ты все равно немного... Оберегаешь это место. Глаза. Глаза в глаза. Опа. Да блин. Че вы на меня? Че я вам плохого сделал? Я добрый и пушистый. Меня все любят. Да. А зорки вот такие ж. Аж мурашки могут появиться. И эти глаза тоже. Давай, открываем. Опять. Нет, это уже нам открыли. Глаза нам помогли. Глаза нам не помогли, они хотели нас убить. Ага. Опять глаза. Ну-ка. Поточим как оточки. Лучше бы здесь не было звуков. Так. А их может здесь не нет. А может и есть. Блин, глаза опять. А значит и зурги здесь. Опа. Опа, мы пришли. Блин. А робот-то такой. Б-12. Б-12. Ничего себе смотрит как.
Так, вот так. Давай, давай, спасай меня. Все, я уже не спас. Почему? Спас. Сломалась. Давай. Котя молодец. Котя. Давай, 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 беги, беги. Да бегу, я бегу. А то везде зубки. Сейчас надо только бежать. Блин, это уже... Ай-яй-яй. Вот смотри. Да бегите. Представь, что я растение. Вот смотри. Зомби против одного растения. Зомби против одного растения. Да уйдите вы от меня. Идите отсюда. Да. Господи. Это вообще, я считаю, нечестно. Убегаем, вас много, а я один. Убегаем. Зомби, зомби. Да сейчас. Да сейчас, сейчас получите. Блин, Котя, беги. Беги, мой хорошенький. Это что, полиция? Все, успел. Они так, они болтают. Они, они вот так кружатся. Муляля. Алло? Будешь? Бери, бери его. Сломался. А, было нет, темно, я был один, было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня, спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь дефлякса-то полностью уничтожен, мы должны быть осторожны. Блин, плохо. А почему этот кот уже не растет? Давай, взламывай. О, какие-то, какие-то знаки. Так, нам точно сюда? Ну давай посмотрим. А вы знаете игру вот такую, как, ну там вот это, помнишь такой, там Хаги-Ваги скачаешь? Ну это уже вторая глава. Давай. И мы как будто это под, под такой пещера, где мы уже приходим к ролику Бонзе. Если вы его знаете. О! О, наконец-то Момо! Путешественники из канализации, мы давно не видели никого из вас. Это ты связался с нами ранее, маленький аутсайдер. Аутсайдер с Балтазар ждет тебя. Он медитирует на вершине поселка. Хорошо. Итак, рабовейник. Рабовейник. Есть муравейник, где муравей. Это рабовейник, тут роботы. Лучше бы тут были робо-муравьи. Это машина, ученый, которому я помогал использовать одну из них. Не понимаю. Лучше бы его... Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошел в машину. Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так, и он застрял на сотни лет. Пока не появился маленький кот. И, конечно... это ученый, это человек, оказывается, этот робот. Это был я. Я был тем ученым. Я был человеком. Я. Дай мне минутку. Да конечно, хоть минутку, хоть две. Иди, иди. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!